Всем привет, дорогие друзья! С вами Ирина Буханова. У нас сегодня новый влог. Мы сейчас с Дианой пришли к нам на дачу. Решили немножечко клубнички собрать. Вот. Ну и так, может быть, что-нибудь немножечко поделаю. Взяла чашечку. И сейчас посмотрим, что тут с клубничкой. Кстати, редиску вот заново еще посеяла. Привет! Кись-кись-кись. Здесь вот уже всходит огурчики. Перемешку с укропом. Свеколка. Лучок. Морковка. Это руккола. Уже зацвела. Салат. Шпинат тоже зацвел. Морковь. Розы у меня начинает зацветать. Так, посмотрим, что здесь у меня. 2 дня назад я здесь полола. Не здесь, а вот здесь. Вот. Мне здесь кое-где взошли. Не знаю, дыни, по-моему, я здесь сажала. Дыньки. По краешкам. Это дыни, наверное. Или арбузы, или дыни. Я уже не знаю. Дыни, по-моему. Арбузы не такие. Картошечка. Картошку мы не окучивали. Я не знаю. Так, вроде собираемся, но не знаю. Она уже большая. А жучки сидят. Хотя мы опрыскивали картошку. Жучки сидят. Надо укропчик домой нарвать сейчас. Сейчас будем хомячить клубничку. Сегодня мы опять заказали роллы. Заказали их в Glutton Cup, где и заказывали в прошлый раз. Будем смотреть, что у нас здесь. Итак, давайте смотреть, что у нас здесь. А здесь у нас вот такая красота. Здесь классические роллы. Это какие? Калифорния. Ты можешь говорить слово. Это запеченные, нет, это жареные. Это Дианина любимая Филадельфия. Это я не знаю с чем. Чизролл с креветкой. Диана мне подсказывает. Вот такая красота. Приятного всем аппетита.